Всем привет, это Вивля Клауд, мы находимся на выставке «Русский Вейп 3», где, как мы уже говорили неоднократно, присутствует очень много международных компаний, которые действительно вкладывают очень много сил в развитие вейп-индустрии, создавая свои продукты, внедряя какие-либо инновации. И с кем, как не с данной компанией, нам пообщаться о каких-то новинках, о их впечатлениях о России. Ребят, компания «Ватофа». Вы все их знаете, у нас очень много было обзоров на эти продукты, и они действительно интересные, начиная от фрик-шоу первой версии, троллерда, и маленький такой спойлер, в ближайшее время, буквально на днях, появятся обзоры на очень много продуктов от этой компании, в том числе Сапор, фрик-шоу версии 2, тролль 25 мм, 22 мм. Все последние продукты у нас уже есть, мы их уже тестируем, и скоро они будут. Но сейчас мы хотели бы уделить внимание вашим впечатлениям о выставке, каково вам вообще быть в России, в Москве, что у вас интересного есть? Ну, во-первых, я хотел сказать, что вообще это выставка супер, просто супер. Потому что вот это самое крутое в России. Это во-первых. А второе, конечно, вот как вы знаете, сейчас самая большая это рынок, это США. Да. Но все моды из США, но, к сожалению, вы знаете, в США сейчас, как сказать, да, небольшие проблемы. И изменяются в это законы. Поэтому, значит, EDA уже меняется законы и сказал, что после 8-го, после августа уже нельзя выпускать новые продукции. Поэтому, что дальше США, этот рынок уже умирает. Да. Мы так считаем. Поэтому я думаю, что следующий шаг мы это будет в России. Поэтому мы приехали сюда и участвовали в этой выставке. Но вообще были вот русские ребята очень активные и очень крутые. Вот типа как и душа очень теплая. Поэтому что мы думаем, что дальше, во-первых, шаг, мы хотим вообще заниматься очень сильно маркетинг продвижения именно для нашей продукции. Потому что, как вы знаете, наша продукция это самая хорошая, одно из самых хороших брендов из весь мира. Вот. Да. Но просто Россия это необычный рынок. Но поэтому мы сейчас думаем, и мы уже были несколько переговоров с разными компаниями, очень крутые, например, Beaviru. Мы хотим, что именно выпускает новые продукции для российского рынка. Но только что позавчера у нас была встреча с Паста. Mm-hmm. Вот очень крутой рэпер в России, что мы тоже обсудили, что они дают нам дизайн, мы дальше будем производить такой новый продукцию и создает типа новые коллаборации. Да, коллаборация и совместный бренд в России. Вот это наши планы. То есть, по сути, сегодня на выставке вы заявляете о том, что вы приходите в Россию основательно. Да, да, да. Вы полностью погружаетесь, готовы выпускать продукцию эксклюзивно Абсолютно. Для России. И это, я насколько понимаю, касается не только вейп-продуктов. Да, то да, есть, да. Как вы и говорили, да. Это возможно какой-то мерч, это линия одежды. Абсолютно. То есть от Ватофу можно ждать очень много всего интересного. Конечно, вот, например, у нас мы сможем также приглашать очень крутая кроссовка. Потому что у нас есть свои заводы. Мы раньше тоже работали с американской компанией. Но такой очень крутая продукция, но я думаю, что почему мы не сможем делать новый бренд в России или просто, например, если дальше мы работаем с Бастом, просто выпускаем новые продукции. Например, может быть, Тимати, может быть, Баста. Так что, Тимати и Баста, будьте в курсе, Ватов приходит и готов сотрудничать со всеми. Мы тепло встречаем их и поздравляем с этим официальным пришествием в Россию. А вы оставайтесь с нами, читайте нас, смотрите нас. Мы, Вивля Клауд, всегда готовы донести для вас все самое свежее. Спасибо. Всем пока.